Кто хочет в мою попасть в сеть, проходите по моей реферальной ссылочке. Для моих рефералов будут бонусы, подарки, и я вас научу от А до Я, как заработать на данном проекте. Это наш первый обзор, на нем я вам покажу, как правильно зарегистрироваться. После перехождения по реферальной ссылочке вы попадаете в вот такую вот форму для регистрации. Ничего здесь не меняем, то есть язык немецкий, но я вам объясню, что куда надо писать. Первую строку, которая вот самая верхняя, вы пишите свое имя достоверное. Чуть ниже фамилию. Сюда вы вводите свой действующий email адрес. Сюда вы вводите свой пароль. Подтверждаете, то есть второй раз вводите пароль. В этой строке вы выбираете, если вы мужчина, то первое, если девушка, то второе. И самое последнее, это вы выбираете страну своего, где вы проживаете. После этого мы нажимаем «Зарегистрироваться». У нас выскакивает такое окошечко, где у нас спрашивает, является ли вашим руководителем. Если является, вы подтверждаете, нажимаете зеленую кнопочку. Если нет, то нажимаете синюю. Но не рекомендую нажимать синюю, потому что вы все равно попадете к какому-то немцу в рефералы. То лучше вы попадаете к тому человеку, по чьей ссылочке вы переходили. После того, как вы нажимаете на зеленую кнопочку, вас перебрасывает ваш кабинет. Я сам под собой регистрироваться не буду, сейчас покажу вам, как выглядит сам кабинет. Вот мы после авторизации сразу же попали на главную страницу данного сайта. Здесь теперь мы можем поменять язык. То есть у нас сейчас стоит немецкий, мы можем нажать на немецкий флаг и выбрать, например, русский. Так, чтобы нам более-менее было понятно. Когда вы регистрируетесь, язык не меняйте, иначе реферальная ссылочка слетит, и тогда вы попадете, опять же, бог знает куда, кому-то в рефералы. После того, как мы вот поменяли язык, мы вот справа можем нажать на наше имя, фамилию, и здесь находится наш профиль. В нашем профиле здесь вверху мы можем заполнить наши данные, то есть год рождения, там, семейное положение и так далее. Так же самое пройти потом верификацию документов. Здесь нам надо будет подтвердить номер телефона. Сейчас у меня email адрес, номер телефона и паспорт удостоверения уже подтверждено все. У меня стоят галочки. У вас будет галочка стоять только возле электронной почты. Здесь у вас будут вот такие вот синие кнопки. Вы нажимаете на эту синюю кнопочку. В международном формате вводите свой номер телефона и нажимаете получить код. Код всегда приходит немного с опозданием, 5-10 минут ждете. Если не приходит, можете повторить еще раз отправить. Если второй раз не приходит через минут 10, тогда вы можете мне написать в личную в почту. То есть здесь вот сразу же вам будет одно письмо от меня, там на немецком, реклама данного проекта. Просто нажимаете на него, то там будет от меня сообщение, нажимаете и пишите. Там, например, мне не приходит смс-сообщение. И я вам тогда, если я онлайн, но я, в принципе, днем всегда онлайн, вам помогу и дальше разберу вам, как что дальше делать. После того, как вы подтвердите номер телефона, то есть введете код, будет авторизирован, вам надо будет посмотреть одно из рекламных сообщений. Опять нажимаете вот на главную страничку, переходите на главную страницу. Сейчас немножко интернет тупит. Опускаемся. Здесь есть видеоролики, которые можно потом будет посмотреть, тоже заработать какую-то копейку. И здесь вот есть рекламные ролики. То есть вы на любой рекламный ролик нажимаете. Здесь ничего не делаете, просто ждете 30 секунд. Через 30 секунд появится рекламное окошечко. Там будет идти таймер 10 секунд. То есть у вас будет 10 секунд для того, чтобы нажать кнопку «Забрать бонус». После того, как вы заберете бонус, вам вот эти вот монетки добавятся на ваш счет и вас перебросят на страницу выбора членства. Там будет 3 уровня, то есть стандарт бесплатный, премиум за 5 евро и премиум плюс за 45 евро. Вы выбираете стандарт, который бесплатный. Все, после этого, как вы выбрали, ваша регистрация полностью активировала ваш аккаунт и вы можете работать на данном проекте. Бывает такое, что вот вы зашли на страницу, да, реклама не показывается. То есть я ее уже просмотрел один раз, и второй раз она уже не покажется. Если вы вдруг не успели, там отошли, и вы не нажали это окошечко, она больше не появится. Тогда вам надо опять вернуться на главную страницу и выбрать просто другое объявление.
Там подождать 30 секунд и тогда уже выскочить окошко и выбрать, сделать все, что нужно. Так, это был первый, друзья, наш видеообзор. Второй видеообзор, в принципе, выйдет сразу же. Там я вас научу работать уже на данном проекте с форумом. На форуме можно зарабатывать здесь неплохо. Просто надо приложить усилия и развиваться. Все, спасибо, кто смотрел. Регистрируйтесь. Очень хороший проект, всем советую. Расскажу в дальнейших видео сразу же, как на нем правильно зарабатывать и без все без вложений. Все, всем спасибо, друзья. Кому понравилось, ставьте лайк. Всем пока, до новых встреч.